вписываюсь в тамбур. Временные пассажиры нового вагона, нового поезда. Смотрите, не допускается иметь при себе заразить огнеопасные, легко воздухающиеся взрывчатые вещества. Строго запрещается курение в вагонах, тамбурах и туалетах. И вообще все помните, новое. Что пожар легче предупредить, чем любые. Такой новый вагон. Соблюдается свой пожарный режим, выкупляется свою жизнь и жизнь всех пассажиров опасности. Просим вас соблюдать меры предосторожности и обо всем. Тамбур очень огромный. Незамедлительно сообщать сотрудникам. Очень большой. Новый поезд, новая электричка. Свой вагон, можно сказать. Вот так вот здесь вот люди сидят. Что самое интересное, электричка пригородная, и вот зашла в туалет. Посмотрите, какой огромный туалет. Вообще в электричках туалетов нет, в пригородных. Здесь прям как в поезде. Вот это вот есть штука. Вот я вам показываю. Держалка, поручень такой. Вот здесь вот держалка, вода. Все, пожалуйста, чистота. Вот видите, сервис. Вот такая вот цивилизация у нас идет. Еду домой в таком шикарной электричке. С туалетом. Зашла специально снять, чтобы вам показать. То у нас все-таки облагораживаются пригородные поезда. Красили скамеечку, вот стою на станции и смотрю, лежит бумажечка, написано. Окрашен. Ну, понятно, кто красил, так сказать, какая национальность. Богатый русский язык, что сделаешь? Вот он наш богатый русский язык. Ну ладно, пусть будет окрашен. Конечно, мы не сядем.